Благодаря программе «Комфортная среда» город получил возможность привести в порядок дворовые территории. Причем речь идет о проведении глобальных работ по благоустройству. Это асфальтирование проездов, ремонт ливневых систем, установка бордюрных камней, освещение придомовых территорий, ремонт или обустройство детских площадок и озеленение. В районах проводили инвентаризацию территорий для того, чтобы включить их в программу. В 2018-м только в Хостинском районе благоустроят порядка 70 территорий. Заявки уже приняты и одобрены. Утверждено постановление главы города Сочи, Антон Николаевич его подписал в конце ноября. Туда, по Хостинскому району, мы включили 23 общественных территорий. Это наши скверы, парки, зеленые зоны, которые требуют благоустройства. И 386 параметризированных придомовых территорий, которые у нас будут благоустраиваться на протяжении работы всей программы. Это 5 лет. С 18 по 22 год. Участие в программе – это исключительно инициатива жителей, причем не имеет значения, какая форма содержания дома – ТСЖ или управляющая компания. Необходимо подать заявку и собрать документы. Их перечень можно найти на сайте мэрии. Светлана Мещерякова, председатель правления ТСН «Надежда» в Кудепсте, узнала о программе в районной администрации. Провели собрание собственников и приняли решение об участии в программе. Жители определили перечень необходимых работ по благоустройству и подали заявку. О том, что дом вошел в программу, узнали позже. Это, признается женщина, оказалось приятным подарком к Новому году для всех жильцов дома. Мы сделали все равно в ТСЖ много. Мы сделали себе новую детскую площадку, мы поставили видеонаблюдение, мы навели порядок в подъездах. В общем, очень много сделали, да? Но все равно у нас впереди очень много работы, поэтому нам нужна помощь от государства. И мы рады, что эта программа вошла в наш город. Другим жителям я порекомендовала бы просто активней жить в своем доме и желать, чтобы ваша жизнь была, то есть, лучше и лучше. Мы должны сами этим заниматься. Сейчас ряд документов программы находятся на согласовании в крае. Ожидается, что на весь период реализации проекта, это 5 лет, город получит на условиях софинансирования 1,5 миллиарда рублей. 300 миллионов будут распределены в следующем году между районами на создание комфортной среды. В результате сочинцы получат современные красивые придомовые территории. Финансирование программы «Комфортная среда» начнется со следующего года и будет разделено на два этапа. Первый – это проектирование и проведение торгов на выполнение работ. Второй этап – непосредственно благоустройство территорий, и эти работы планируют начать со второй половины 2018 года. Рената Шипулина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».